Чебоксарах прошла 29-я конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В повестке дня реализация федеральных, партийных и национальных проектов в регионе. Участие в конференции принял и глава республики Михаил Игнатьев. Сделать республику регионом комфортного проживания – задача общая и масштабная. Позитивные перемены должны произойти во многих ключевых отраслях. Сегодня большое внимание уделяется развитию первичного звена медицины. На создание условий для оказания качественной врачебной помощи в шаговой доступности республика выделяет немалые средства. 205 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также мобильный комплекс обеспечивают жителей даже далеких деревень медпомощью. Идет повсеместный капитальный ремонт медучреждений. Еще одна серьезная тема, которые обсуждали на конференции, благоустройство городов и районов. Поселение Чувашия в числе лучших. Такой рейтинг качества городской среды опубликовал Минстрой России. Важные показатели работы – присутствие в регионе солидных инвестиционных проектов, которые создают привлекательный имидж для бизнес-сообщества. Это деловой климат, национальный рейтинг. 5 лет подряд в числе 10 лучших регионов Российской Федерации среди 85 субъектов. Это охрана общественного порядка, это экологическая безопасность. 120 инвестиционных проектов реализуется сегодня, а это свыше 190 миллиардов рублей. Они помогут создать высокотехнологичные рабочие места с достойной зарплатой. Так можно бороться с бедностью. А это первостепенная задача, озвученная президентом страны. На конференции были обсуждены и другие вопросы, связанные с реализацией партийных проектов в области строительства дорог, образования, культуры. Глава республики подчеркнул, новая программа «Сельская ипотека» в 2020 году откроет для селян новые возможности. Всегда общаемся с товарищами по партии в разных аудиториях, в разных трудовых коллективах. И все те проекты, инициированные со стороны политической партии «Единой России», они все в работе. Когда мы обещания даем, мы эти обещания всегда выполняли. Мы люди слова, люди реальных дел. На конференции наградили особо отличившихся членов партии. Единороссы также избрали делегатов на 19-й съезд Всероссийской политической партии. Он состоится 22-23 ноября в Москве. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика.